Коверлок джак 788, вшивание резинки в трикотаж. Давай. Стяни его немножко. Покажи, как оно выглядит. Подожди, так, не-не, собери. Только не тряси его, оно фокусировку хочет иметь. Так, тут мы с этой стороны имеем. Вот так. Ну, растяни, возьми его так, на этой стороне. Да, замечательно. Давай еще раз с другой стороны прощу. Можно ее попустить немножко, да? Ну это будет вообще, да, попустил чуть-чуть. Что мы имеем? Еще больше, да? Ага, это еще больше. Ну тогда хорошо. Еще сильнее. Давай на меньше, значит. Значит, все-таки один это. Давай, давай, больше, 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 чтобы оно. Да, ну там максимально даже все. Это будет уже просто ровное. Попробуем. Давай, просто тебе надо будет растянуть, или нам может возьми другой материал. Тут тоже уже есть, да. Давай с другой стороны. Силу натяжения можно регулировать. Пожалуйста.